В украинском Мариуполе вспышка острокишечной инфекции. Роспотребнадзор рекомендует россиянам учитывать это предупреждение при планировании своих поездок. Уровень заболеваемости вдвое превышает показатели прошлого года. Только с 6 по 12 июля в городе были зарегистрированы 80 случаев. Большая часть пациентов – дети. И практически все они перед этим купались в Азовском море. По данным Роспотребнадзора, прибрежную воду отравляют незаконные стоки канализации. А теплое мелкое море создает все условия для размножения болезнетворных бактерий.